Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Добавилась еще одна игрушка у меня тут на канале. Прислали мне разрабы ключик Phantom Brigade. Это такая стратежка, тактика про роботов. Больших человекоподобных роботов. Немножко не совсем, как я люблю. Это не тематика Battletech, где более-менее все правдоподобно. Они туда, я смотрю, с мечами бегают и все такое. Но раз разработчики прислали, почему бы нет. Поехали. Новая кампания, настроить сложность. А можно как-то вот... Ладно. Я ничего просто менять не буду. Что я сложности не понял. Это слишком кастомное. А можно просто было сделать легкое, среднее, сложное. Я не знаю, что значит забрать корпуса роботов просто. Фига себе, он лихач. И тут из домов вышли роботы. А вот такая ботва. Видите, у них даже не интегрированное оружие, а они в руках его, как люди, держат. И немножко мультяшная графика, да. Мне просто в свое время писали, будешь, не будешь в нее играть. Я посмотрел, ну, за такие деньги не хотелось играть. Как раз бесплатно можно. Простите, что нагружаю вас работой, такой ранний лейтенант. Прошлой ночью мы теряли связь. Я прошу вас проверить нашу радиовышку, расположенную полукилометре к северу отсюда. Да-да-да, я понял. Ага. И побежали. Что выполнить план. Эй, лейтенант, установка прототипа на мою машину еще не завершена, так что оставьте мне немного задач. Да, это не самый интересный способ проверить нашу новую технику, но люди нас рассчитывают, так что за дело. О, что здесь произошло? Наверное, шумные гражданские. Штаб, это особо полевая команда Браво. Запрошу немедленную отправку ремонтной бригады, как приняли. Кабель обороны. Это штаб, никак нет, командир. Ремонтная бригада занята до будущих указаний. Ждите. Чем там занимаются? Ну, посмотрим, сможем ли мы провести разведку. Загрузи эту новую блестящую штуку, установленную твою машину. И посмотрим, на что она способна. Система предсказаний. Нострадамус, давай. Пойду проверю одну сторону вышки. Если она разогрелась, сможешь увидеть, куда я иду. И зайди с противоположной стороны. А ты пропадешь когда-нибудь? Щелкните по действию ждать, чтобы смотреть, какие предсказания помогают составлять план действий. Ждать. Выбрать точку. Бег. С этой позиции должен открываться вид. Я сейчас пока не очень понимаю, но ладно. А, все, я понял. Это не предсказание, это как бы записанные действия. Танк без опознавательных знаков и без транспондера? Какого черта? Это что, неожиданное учение? Штаб, мой имя отвечающий танк без опознавательных знаков в точке такой-то. Подтвердите намерение, как принято. Помните. Штаб, подтвердите, как принято. Да, блин, в пределах видимости от штаба, можно это руками посмофорить. Ой, какие позорные деревья, смотрите на это. Лейтенант, силовое ядро танка начало нагреваться. Танк вот начнет атаку, вам нужно подойти поближе, чтобы сразиться с ним. Щелкните по действию бег. Бег. Щелкните по действию атака. Завершите атаку, щелкнув по цели. Ну чего? Предполагается, что двинется вперед и выстрелит. И шо? Я вообще не понимаю.
Можешь от меня отстать и дать мне ходить, а? Так, готово, пошли. Тот робот без моего указа я вообще побежал. Хорошо, догад про этот танк. Меня попали на эту царапину. Я хочу уже избавиться от этого скрипта жуткого. Я вижу несколько целей, приближающихся с севера. Это может быть того не может. В укрытие, в укрытие. Бегите, глупцы. Я не управляю тем командиром, походу, да? Это не учение. Или он жутко выглядит. Получится снижение нанести врагу цель рикошетом за один ход. Кто нанес урон рикошетом, я не знаю. Я думал об этой игре лучше. Ну ладно, посмотрим, что дальше будет. Самое бестолковое, что я ни в чем не участвую. А где мне человек сидит, мне интересно? В тушке? Ну, в башке это не помещается. Командир убит, но нам нельзя терять концентрацию. Чего вы взяли, что он убит? Ох ты, какой щит. Ну, это азиатский робот, сто пудов. Приближается шагоход несколько гусеничных. Помните, если ситуация станет критической, включите самоуничтожение и катапультируйтесь, чтобы прототип не остался врагу. Что у них случилось, давайте встретимся с точки эвакуации P09. Кадет. Защитите город. Так. Мех и 5 танков. Хорошо. Ага, ты можешь в щит вставать. Прекрасно. Ждать у меня. Идти. Так. А, кого прикрыть? Я понял. Так, ладно. А себя ты можешь прикрыть? Да почему он не может себя прикрыть? Я не понимаю, что за бред? Так, давай другого. Тебе указание бег. Атака, атака. Разброс, дальность 353. Да, вот из этого. Отлично. И вот этого товарища. Пошли нафиг. Смотрим. Не, как работает, понятно. Остановить могу? Могу. Так, эти закончили, ребятки. Это обучение, что ли, продолжается? Вы задрали. Да, это обучение. Все, я посмотрел про автор, отлично. Давайте, робот рассыпался, продолжаем лупить. Так, у тебя.
Там чего? Каким-то лучом ведет. Бредовым. Дым. Так, отлично. Ты. Тут какая-то фига тень у него творится. У него какая-то странная солнечная вспышка. Отлично. Пошли. Он мажет. Он мажет. Так. Вот кого я сейчас выбрал? Кого я выбрал? Так, кадет. Вот ты кадет, я понял. Погоди, это горелый танк. Че он крутит жалом? Так, ты. Атака. Отлично. А ты? Ты его добил? А я знаю, да? Все, пошли. Вроде не добил. Добил. Уничтожен, отлично. Давайте со щитом разберусь наконец. А, это от кого щитом прикрыться, скорее всего? Давай смотреть. Победа. Черт дом сломит. Почти утеса, пошли, пошли. Давайте угробим роботов, упав с утеса. В лес. Отмороженности какие-то. Если меня кто-нибудь слышит, знаете, что люди рассчитывают, что мы вернем то, что у нас сотня. Че у вас сотня? Я ничего не понимаю. Даже если мы единственные, кто остался. От чего? У вас, кстати, трое должно было остаться. Фигли, вас двое-то бежит. Чудненько, странненько. А это будет будущий непревзойденный пилот робота ли и едет? Точно, в нее снарядами стреляют, ага. В окрытие живо. Пофигу, что тут десятки человек уничтожают. Вот этого одного надо обязательно было спасти. Я продержусь еще 5 секунд. Мне нужно 3, 2, 1. Хорошая пуха. А, это вот тот луч жуткий, которого я не понял, как управлять. Который... Он не ведет цель. Все местные потоки времени собираются в одной точке. Мы сделали здесь все, что могли. Потоки времени. Наконец сможем поспать? Ага. Не вылезая из робота. Нет. Не сегодня.
Блин, 100 пудов азиатская какая-то фирма делала. Они такой любят. Там все героические, трагичные, пафосные. В тот момент, как мы все осознали, было уже поздно, началась война. Пограничные города попали в удар первым, связь отключилась, жители были изгнаны из своих домов. А и втроем победить всех, да? На их месте выросли военные заставы, из которых сейчас за нами следят даже сейчас. Кто за вами следит? Мы пытались сбиваться какое-то время, но у нас даже получилось удержать столицу, но нас перехитрили, взяли число огневым превосходством. Взять число превосходством не означает перехитрить. Взять меньшими силами означает перехитрить. В конце концов, тем, кто не сдался, пришлось бежать. Многие годы правительство действовало в изгнании. Вместе с ополчением остатки армии нашей страны без устали сражались вопреки всему возможному. Но одни они не справятся без наших трех роботов. Мы не отвечаем ни перед кем, только на зов. И спустя годы тренировок, подготовки и ожидания. Призрачная бригада возвращается домой. Хрен ли вы призрачный на многотонных этих болванах железных? Призрачные они. Вот видно и слышно, черт, за сколько. Ну, даже название вот это вот, азиатское. Призрачная бригада. Я знаю, как камеру крутить. Отображаются хорошо. Это понятно. Тап на базу. Хорошо. А вот стоять. Первая цель. Вражеский гарнизон. Создать операционную базу Фельдхейм. Это оно. Вперед. А враждебная. Мы идем. Приготовься. Готовлюсь. Я не буду пропускать. Что, посмотрим. О, какой там броневик гигантский стоит. Смотрите вот на это зеленое. Какой-нибудь трансформер страшный. Он разложится, выбежит меня завоевывать. Мило, оранжевенько. О, целый тихоход. Кажется, нам улыбнулась удача. Наконец-то сможем ремонтировать и модифицировать наших ржавых роботов. С нетерпением жду возможности прокатиться на нем. А браво, один выйдет двух роботов, прибывающихся с запада, заправивший немедленную поддержку. Идентификация отрицательная. Считайте их шагоходов врагами. Подкрепление. Используйте укрытие, чтобы не избегать урона. Быстро уничтожьте противника, чтобы не потерять контроль. Хорошо. Ну что ж, давайте попробуем. Ну, теперь ко мне обучалка, надеюсь, приставать не будет. Чем ты вооружен? Клочья, дробовик. Прекрасно. И щитом. У тебя дробовик и щит. А, вот ты выйдешь ко мне навстречу. Опачки. Так. Наложение. Они должны накладывать друг на друга. Ладно, не буду. Так, выйдешь и щит раскорячишь. Ага. Да нет, не ты. Второй. У тебя что? Штурмовая автоматическая винтовка. Пистолет огниво. Пистолет у робота. А? Что вы делаете? Черти. Погнали. Значит, сейчас раскорячится с щитом, а тот обойдет. И попал, смотри-ка. Уничтожен? Левая сторона разбит. Нормально. Так, хорошо. И не тем немножко, да? Нужен вот этот товарищ. Да что ты будешь? Стрелять туда? Так, а ты... Мастерски я его. Вот тут чуть фигней страдает.
Враг, перехват, вступаю в бой, разберемся с ними, сообщим. Тихо, я понятия не имею, что это за роботы. А, это не он перехват, это я перехватил его разговор. А, прекрасно. А так, это ты, это ты. И там где-то вражий робот вышел. А, вон он вышел. Окей. Ты, ты еще раз, ага. Не надо вниз прыгивать. Так. Ну ладно. Я понимаю, что не очень хорошо, но... Что поделать? Ну ладно, в принципе, мне кажется, нормально. Чё там? Дабы задрали. Во, давай вот так. Так, там, по-моему, танк кончился. Кончился же? Не кончился. Так, робот решил побежать. Хорошо. Так, второй робот. Погнали. Уделали? Уничтожим, по-моему, да? Победа. Ну, это было просто. Сбор лома. Так. Забрать часть роботов. Могу. Оружие стоит забрать. А, я, может быть, не все могу забрать, да, торс? Ну, нужно много, я столько не могу, да? Я, может, врага-то взял бы. Клочья-дробовик. А я могу убрать? Забрать? Отказаться. Отказаться. А, ну у меня всего 65. У меня всего 65, я эту штуку не могу забрать. Я вот так могу сделать. Не могу. Вот так могу. Так. Да, собирать. Операционная база. Теперь доступно изменение роботов. Ну пойдем, поизменяем роботов. Так, новое оружие. Штурмовая очередь. Вот что задал его чаще всего? Вот эта вот обучалка нудная. Это какой был? Со щитом? А я знаю. Да? Лонгбоу. А вот про это ничего. Я могу робота сменить. Не могу, я и не могу сменить. Лонгбоу, протектор, дробовик и щит. Да, изменим. Что у нас есть? Штурмовик. Мне кажется, что у меня очередь у него вот эта вот лучше будет. Дробовик, нафиг. Пилоты. Пилот в меня так, как грязи. Надя Харпер. Хорошо. Юниты. А я нового не могу юнита собрать. Я бы собрал. Надо, видимо, робота надо целиком собрать, и все будет. Все, я понял. Мир. Нанять пилота, отдохнуть и продолжить. Мобильная база у меня теперь есть. Давайте припасы собирать. Отдых, пополнение припасов. Сидим.
там, где мы нужны. Сообщение от ополчения, босс зовет нас. Пилот, которого перехватило дыхание от новостей, они перехватили просьбу гражданских о помощи. Можно добраться не быстрее армии. Оказалось, вражеские войска захватили деревню неподалеку и забрали все местные ресурсы. Какие ресурсы в деревне могут быть? Одной отважной жительнице удалось найти радио перед сообщением. Она услышала, как вражеские солдаты перешептываются о партизанах и решила спать удачи. Мы должны помочь им, пока ситуация не стала хуже. Продолжите. Ну как бы, а я припасы собираю, не? Нет, я буду еще припасы собирать долго, у меня вам приказы есть, все. Идите в пень. У меня припасы. Количество пилотов 4 из 8, а роботов у меня нет, ни хрена. Ну ладно. Ну, к деревне поедем, когда это закончится. Я не думаю, что по времени задание. Там какая-то фиготинь мигает. Поехали. 62 чего? Ой, я ночью буду воевать, да? Ненавижу ночью. Я бы утром подождал. Но я буду воевать ночью. На этот раз нам нельзя, как обычно, палить из всех орудий. Это ни базы, ни поле боя, чьи-то дома. Так появляется список вещей, которые надо учитывать. Неважно, получится ли вам свой гражданский, если когда рассеется дым, и мне где будет жить. В палатках поживу. А сейчас все эти ваши постные стратегии, результат тренировок подвергнутся испытанию. Ну давай. Брифинг. Что за шляпа? А, понял. Резервы. А, вот тут добавить. Правильно будет. И чего? Кого я выделяю? Как я выделяю? Что вот это вот? Да, начнем с бой. Я не понял, как можно их вы... брать бой, не брать бой. Да, вот так пафосно. Нига стайл. Такие разрушения для этого я не с тебя хотела. Че, меня уже победили? Я думал, что родишься во времена мира и процветания. Стоят и смотрят, эй. Любви среди людей. Но мир так изменился. Пряников они вам принесли, пряников. Танки патрулируют улицы. Сосед идет на соседа. А это зачем идут? Сосед идет стучать на соседа. Люди исчезают в ночи. Нахрен кому уперлись гражданские. Нам продолжают говорить, что это временно. Продолжают говорить, что мы полюбим эту жизнь. А, так они уехали. Вот только я им не верю. Да ты шо? Я хочу дать тебе ту же свободу, что когда-то была у меня. Но как нам этого добиться, когда нас так мало? То есть дети играли на площадке, невзирая на то, что деревню захватили. Ну и пофигу, что захватили. Ой, а тут у нас решили захватить, надо же. Мы молимся, чтобы хоть кто-то ответил на наш зов. И поэтому стоим на улице и ждем фонарь. А вдруг кто на огонек выстрелит? Ну да. А робот должен вот так патрулировать стоять, и у него детекторов нет никаких. Ну, радара от кругового у него нету. Теперь враги станут более опасными. Быстро выполнять задание, использовать укрытие, чтобы избегать урона. Старайтесь не укрываться за важными гражданскими зданиями. Как узнать, что важное гражданское? Уничтожить сигнальную башню. Хорошо. Присоединился к бою, использует дальнобойное оружие. Хорошо. У меня 3 робота, да? Угу. Марксманская винтовка. Пум.
выстрелить себя в ногу. А, понял. С контролом по этим. Да. Так, что у нас тут? Тут у нас танк. А, то есть ты уже туда зриснешь, да? Так. И ты. А у тебя чё? А чё за бабах? Странная фигня, ну ладно. А он прыгнет вот так, да? Ох ты какое. А, катапультирование, понял. Вот так. Чё, все пошли? Тот косой хрен промахнулся. Это что такое было? Какая-то ракета? Странно. Ну ладно. Так. Не ты. Фигня зеленая. Что-то промахнулось. Стреляй. Так. Так, ты стреляй. И ты стреляй. А, все стреляют. Партизан, по-моему, досталось. Продолжайте обстреливать эту башню. Еще немного мы разрушим ее. Хорошо. Партизан, ты галимый. Ты хоть что-то можешь? Так. Стреляй сразу. А что это мы не попадаем? А вот тут можно, вот тут. Отлично. Так, ты. Ты танк убил? Без сознания. Танк без сознания. Танк без сознания, по нему стрелять нельзя. Галимый партизан снес башню, наконец. Ракета полетала и решила в меня попасть. Они отключили наш сигнал тревоги, подкрепления не придут, так что нам нельзя расслабляться. А что это за такой сильно могучий робот? С которым я, ну, ничего не могу сделать. Так, зеленая фигня. Пистолет. Так, и ты... Да у тебя брони еще валом. Все, поехали. Он, по идее, должен щит поставить сейчас. А, грамотно. Показывает, кем, от кого щитом закрываться. А реально грамотно. То есть не просто щит в нужное положение, а он закрывается щитом от определенного бандерлога. Это хорошо. Так, бандерлог побежал. Так. Пошли.
А от ракет что-нибудь есть? Какая-нибудь защита? Победа. Ну, такое себе. Враг-робот уничтожено. Да, я заберу контакта. А, это все он. Ок. А, он уничтожен. Все. Я Эльбрусов насобирал. Один из пилотов спрыгивает с робота, его лицо раскраснелось от жара битвы, радости и победы. Давайте докажем, что слухи об освоителях правдивы, призывает он. И команда отвечает радостными возгласами. Команда там два робота, то есть второй пилот отвечает ему радостными возгласами. Впереди нас ждет ужасный путь, но нельзя недооценивать роль надежды. Она помогла гражданским так долго выживать в ужасных условиях. Но я видел, дети спокойно играют на площадке, домики такие хорошие морды, но они явно не голодают. Возможно, она поможет и нам. Если вас освободить провинцию, то что может помешать вам вернуть свою родину? Ну да, двум роботам ничего не помешает вернуть родину. Уже близко. Благодаря вашим последним усилиям сейчас гражданские безопасности. Однако вас слишком мало, чтобы постоянно держать эту местность. Чтобы обеспечить безопасность людей, вам нужно вызвать ополчение до того, как враги вновь придут сюда. Вы достигли достаточно успехов, чтобы попробовать отбить провинцию. Когда вы сообщаете новости команде, они отвечают, что со смесью ожиданий и тревоги вы всегда к этому стремились. Вы всего лишь небольшой отряд восставших, но благодаря технологиям предсказания вам удалось переломить ход войны. Предсказания. Ничего вообще не раскрывается, как предсказания, что предсказания-то? Один из ваших пилотов тяжело опускается в кресло, но улыбка противоречит его позе. Сделаем это, говорит он. Вы являетесь партизаном, поэтому не можете самостоятельно удерживать территорию. Освобожденная вами сегодня деревня не пробудет такой долго, особенно если враг отправит его на новый гарнизон. Чтобы приблизить освобождение родины, вам потребуется помощь ополчения, оспорить провинцию. Оспорим. Ну, типа вот. Выполнять, чтобы ослабить врага. Обязательно. Смотрите, это командир, за которым находится ополчение. Его патруль только что сломался. Разведчик указывает точку на карте. Сейчас самое время устроить на него засаду. Слышите новости, один из пилотов начинает нервно стучать пальцем в панели управления. Если мы атакуем сейчас и захватим командира, то он не сможет отвести войска обратно в деревню. Стук становится громче. Мы сможем на самом деле освободить людей. А, приготовиться к засаде. Теперь дайте мне понять, к какой засаде я должен приготовиться. А, мне не очень это понятно, и давайте посмотрим, что у нас с роботами. А, роботы у нас не роботы, базы, юниты. Протектор. 90 и 87. Я бы его починил, наверное. А его можно починить? Что это? А, понял. Мне ни хрена не показали, как его чинить. Или это не чинится? А собрать робота, не? Два из трех, я могу еще одного собрать, нет? Он его. Они их, она ее. Он. Да, нормально. Мне не хотят показать, как я могу робота себе собрать нового. Я хочу нового робота. Можно? Или мне еще рано? Как вообще это понять? Что тебе фигнями показали в обучении? Как починить? Но он же битый. Нет? Мне еще кажется, что он битый. Она не битая. Ладно, разберемся в следующий раз. На этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.